Кузница научно-технических кадров для всей страны. В понедельник губернатор Павел Коньков посетил Ивановский государственный энергетический университет. В ходе визита глава региона осмотрел учебные лаборатории и даже побывал в полномасштабном тренажерном блоке атомной электростанции. После знакомства с вузовскими достижениями губернатор встретился со студентами, будущими инженерами. Общение оказалось полезным для обеих сторон. Они мне рассказали о целом ряде, действительно, то есть, начиная с утилизации, так сказать, мусора, да, и кончая серьезной экономикой в различных энергетических процессах. Я думаю, что сегодня и областному правительству, и муниципалитетам есть серьезные направления, по которым с этим вузом можно поработать. Ну а студенты здесь замечательные.